Ну, может, вначале он с тобой будет, но на этих проходках не должен. Это Делорус будет, там руки дойдут, скинь макрос этот на метку. Сейчас. Здрасте всем. Привет. Привет. А что у тебя налоги есть опять там, нет? Вам. 5-5 нет, ВС пока нет же. 3, наверное, не хватает. А что с Библом, кстати? Забил, не играет. Ты чуваром на замене другим что ли кем пойдешь? Да нет, просто скинуть. Восемьсот стаков зачем челику? Че он там шить собрался, блядь? Портнягу качает, че? Эликса Мосса не вижу. Эликс Мосса окинарила слоты. А тут получается нету только Назара, Элбрила и Кевки, да? А, и да, этот самый. Как его, да. Да. Элбрил и Акинари.
Элбрил заходил, говорил, что едет, скоро будет. Да, он сказал, было 15 минут, ну где-то в 45 он должен подойти, по идее. Он сейчас домой еще приехал, наверное, еще поест. 4 хила есть, чем может трэш пулить уже. Сейчас еще, подожди, еще. А япончик-то в хиле, да? А, мосса же еще есть. Да. Сейчас только суманем. Поставьте еще раз шкаф. Че, мне в хила надо, да? Он Акинарий еще просится в рейд. Шестой хил все равно будет нужен. Кинь промоут, мэн. Бать, вы решаете, конечно. Все решаете вы. Ой. Да ёбаный ты свет, мне чё, обратно что ли в ШП? Идите нахер, я похиляю. Да не надо. Я пока не... А завтра никуда вечерники не собираются идти, кстати говоря. Да, будем с Аларин ходить. А, ну я, если что, завтра, возможно, опоздаю на час. Да я сейчас говорю, что-то не запомнишь, что ли. Это как Луцин постоянно на боссе на каком-нибудь засыпает.
это за пель? Главное, чтоб... Главное, чтобы пыхтеть не начал. Thank you.
Да. Быть, он может на игроке проверить. Что в итоге? Ты будешь на второй фазе анонсить, как и на первой? На первой легко будет, и все равно не танкуешь. На второй можешь попробовать. Усилки перекидываем. Сто 150. Там ВПшечка за приход будет вообще. Чистили. Блин, я только пирожок один успел сожрать. Да пиздец, дай че. Я бы вообще на твоем месте в рейд не шел. Поел бы нормально, отдохнул. Тоже верно. Ну и чё? Сейчас налью. Ну, давай. Сейчас по-быстрому. Слышь, мне тут Ничку пишут. Я вас слышу всё равно. Трейда выкинуть надо, он какой-то аутик. Да пацаны тут под фисяо копают, пишут, фисяо с рейда кикнуть надо. Я не скажу, вы чё, блядь. И узнаете сразу, кто крыса. Ты своих не сдаешь? Это, наверное, взаимная любовь, а ты в 4 и фисяу, да? Да не, это он сам мне и пишет. Там убичеванием занимается. Ага.
Коват, мы народ. Потом я, потом ты. Там народ есть 2 минуты, иди в каш. Ага. Ой. Промежуток минимальный. Между первой и второй платформой есть 60 метров? Да плюнуть хочешь? Мне интересно, если одного танка, то второй будет прохиливаться. Достает. И чихать себя. Да, все достает. Керентор. Да, да. Да, там, где ШМ.
кастерский делает. Еще выше между двух порталов. Вага, дай мне секунду магнит на это. Аура огня. О, все. Вопрос сделал. Все, готов почти. Локсу дайте сопрос, потому что у меня нет доступа. Состой, Вага, я тебе дам. Ладно. Трейд мне кидать, у кого доступа нету. Ставили уже, нет? Рыбу ставили?
Дайте кулак шаманам. Я каски давал. Хват, у тебя кулак апнутый, раздавай. Каски сейчас от меня на всех висят. Я начну танчить. Где диспел-то? Кто диспелит? На нем СС был. Могу СС еще.
вообще не видел, там сказали, не говорили, что идут. Меня, походу, вы уже подняли. Процентаж, смотри, процентаж. Ставьте, другим задаю. На слабость. По дефолтам. Один. Через секунду заходит наш. Конечно.
посередине было, после того, как первый раз умер. Ты усилки в стамину кидал? Да, 200 у меня. Да я забыл, я после первой смерти умер. Ой, выпил. Так там не от сопрота он умирал, он переловил.